Ну что же, всем хаюшки, дорогие друзья, с вами Влади Фэнтом. Сегодня мы будем палить Steam Vanguard. Да, у меня уже открыто это видео, и он спалил свой Steam. И это видео называется «Бомбить пукан кейсы CSGO». Опубликовано видео 16 января 2015 года. Да, опубликовано 8 месяцев назад. Но Steam-то не удален. Да, и кстати, он пытался скрыть видео, ну, пытался скрыть своей рамочкой и ёбки. Там ник, картинку, но когда он смотрел цену на вот этом вот кадре, то есть там 18 секунды, то он спалил и ник. Хорошо, он таких ников там много. Но еще он спалил картинку. Молодец просто. Да, если что, вот тут кусочек. Потому что кусок, ну, 99%, что это он. Я не уверен, что это он. Ну, 99%, я его нахожу постоянно. Сейчас я вам просто это все покажу, расскажу. Или не просто так говорю, рассказываю, а чтобы еще показывать. В общем, мне стало интересно, что значит этот ник. Подумал, посидел, посмотрел на эти иероглифы. И мне очень показалось, что это японский. Я врубал, в принципе, вырубал. Теперь заходим вперед. Так, в общем, мы зашли сюда. Вот его, теперь переворачиваем. Берем так. Говорят, какой-то и вниз. Что? Какая еще и вниз? Очень странно. Не так ли? Ну да ладно. Все равно такие ники не нравятся. Вот только ива. Прикольно выглядит значки. Тормасик. И теперь. Самое интересное, заходим в стиль, ну, то есть я вам покажу, что такое существует. Вот, набран наш ник, я уже набирал, вот, просто проверил только что. И ищем такую картину. Вот она. И профиль этого пользователя стоит, то есть только у того чувачка, который сверху над ним, и у него. Но Ваня вроде не увлекается, он правильно. Поэтому... Опять же говорю, 99%, что это его Steam аккаунт. Попробуйте добавить к друзьям, может он аккаунт примет, я не знаю. В общем говоря, если тебе понравилось это видео, то не забывайте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео, ты скажешь мне спасибо этим. И если ты еще не подписан, как ты можешь еще не подписан быть на меня, то, пожалуйста, подпишись, я буду рад. И на этом я заканчиваю свой ролик. Всем пока-пока-пока. Удачи!